друзья, позади меня Государственный русский драматический театр имени Станиславского. Именно в этом театре начинал свою карьеру в 1955 году наш любимый народный артист Советского Союза Армен Джигарханян. Целых 10 лет он служил в этом театре, а я сейчас иду в малый зал, здесь можно приобрести билет. Рядом с театром, кстати, очень хорошая кофейня, кофешоп. Решил попить кофе, вкусный кофе на миндальном молоке. И через 10 минут уже бегу. Спасибо девочкам, вкусный кофе приготовили. Вот так выглядит малый зал. Меня зовут Найджел, я актер, мне 30 лет. Дорогая Миля, ты в прекрасной форме, моя. Пока народ гуляет, вечер на каскаде, такое ощущение, что сегодня не четверг, а воскресенье, атмосфера праздника каждый день. Небольшая рецензия на спектакль «Игра» Русского драматического театра имени Станиславского. Понравилась мне эта постановка. Хороший актер Антон Агаджанян. Действительно, парень вживается в роль. Думаю, его ждет большое профессиональное актерское будущее. Рекомендую сходить, посмотреть. Это стоит того. Зал небольшой, но вместительный. Вам понравится. Подпишитесь на мой YouTube-канал. Кликните на колокольчик. Оставайтесь с нами, ждите новые обзоры. Привет вам из Еревана. Всем всего доброго, пока.